Что могу сказать? Я действительно нахожусь в Хакасии, но это не означает, что я перестал заниматься вопросами, связанными с прекрасным любимым городом Воронежем. Напомню, некоторое время назад мы с журналистом блокнота Воронежа обращались в общественную палату, приходили даже туда, она сейчас расположена в усадьбе Быстрожинских, к сожалению, преданы нерадивыми чиновниками, и просили ее принять со своей стороны все необходимые меры как субъект общественного контроля. До настоящего времени мне ответ так и не направлен. Я могу лишь ответить, что встречался с членами общественной палаты, мы обсуждали возможные меры, но, подчеркну, таковых пока не предпринято. Это лишь побуждает меня по прибытию в Воронеж вновь сконцентрироваться на том, чтобы уже все субъекты Воронежской области общественного контроля перестали действовать формально, а использовали все предусмотренные законом полномочия по осуществлению общественного контроля. Ну а что касается выборов главы региона, в первую очередь, скажем, Воронежской области, то я думаю, что здесь еще не все предопределено. Выборы, может быть, имеют явного фаворита, будут с явным фаворитом, но посмотрим, как среагируют наши граждане на предлагаемые другими кандидатами программы. Относительно Валентина Олеговича Коновалова, я уверен, что он сможет переизбраться на новый срок, потому что республика за последние 30 лет показывает одни из лучших результатов. Только вперед, сделаем Россию страной высокой культуры народовластия. К победам ради людей. Счастья вам!